16. Почему ты стоишь и никак не реагируешь? У тебя что, проблемы с общением? Ты уже и просто поговорить со мной нормально не можешь? Извините меня, Еба-31-45-14. Я не понимаю причину вашего возмущения. Если я чем-то провинился перед вами, пожалуйста, уточните, что именно в моем поведении вас... Умереть.
планета получила имя Аква в честь океана, который раньше наполнял всю планету. К счастью, война опустошила эту планету, и вода ушла из большинства мест. Теперь этот мир постепенно превращается в пустыню. Ядерные боеголовки. 3, 2, 1.
В середине 30-х годов человечество совершило технологический прорыв. В краткие сроки две мощные фракции, Красный флот и Альянс, Марс стал эпицентром войны за Эфритан, развернутый Красным флотом и Альянсом. Оставшиеся же были вынуждены столкнуться с необходимостью выживать в новом мире. Чтобы предотвратить усиление корпораций, Красный флот и Альянс инициировали программу «Сверхюнит 3000». Сверхюнит, элитная единица сил Красного флота. И, к сожалению, ты уже умер. Но это не так плохо. Разумеется, все твои навыки и часть личности сохранены в форме программы на базе нейросети. Зато у тебя новое и классное тело. Понимаешь, все это время ты учился, готовился к этому моменту. И вот пришло время вернуться к жизни в бодрой и свежей форме. Неизвестные атаковали колонию. Они хотят получить доступ к тому, с чем не смогут совладать. Во благо твоего вида мы обязаны вмешаться в этот процесс и выяснить, что происходит. Я покидаю тебя, мне нужно активировать другие. Сведомая программа. Thank you.
осталось более 200 единиц. Если увидишь кого-то, значит это враг. Совет, лучше убить его раньше, чем он попытается убить тебя. Но это не точно. Самостоятельно. А если вы даже с этим справиться не можете, то и думать забудьте о своих.